погибшим летчикам поставили вот поршня. А вот здесь тоже погибшему винт поставили. Не трогай там ничего. Там снаряд, он может взорваться. Внутри у него пусто. А, верно, у него. Почему? С камерой. Кто первый раз не разрушает камеру? Одна так разбилась, с тех пор запретили. Не трогай. Я тебе 100 раз говорил, не трогай никогда чужие вещи. Они как одуванчики. Третий не открылся. Третий не открылся. За маску дергай. Все, он погиб. Вот такие пироги. Вся группа расхотела прыгать после этого неоткрытого парашюта. Она, по-моему, на дизеле работает. Столько дыма. Всем привет и ассаляму алейкум тем, кому предназначено ассаляму алейкум. Сегодня воскресный день. Как всегда, мы должны куда-то пойти и какой-то экстрим сделать. И мы решили с Юсуфом пойти и прыгнуть с парашюта. Вроде бы моя дочка тоже захотела сначала прыгнуть с парашюта. Она ветрозащитную одежду лыжную свою приготовила, ботинки приготовила, все приготовила. И вдруг утром она сказала, что не хочет прыгать. Это хорошо, что еще она утром сказала мне, не хочет прыгать. А не в тот момент, когда я уже заплатил 3000 за прыжок. Она села в этот самолет и после этого отказалась прыгать. И эти 3000 меня никто не вернет, конечно. Сон у меня был про Хабиба. Хабиба видел во сне, мы его очень любим. Восхищается весь Кавказ Хабибом. И вдруг звонок, телефон. Беру телефон, и там голос Хабиба. Салам алейкум. Это уже утром я проснулся. Оказывается, какой Хабиб? Это Багауддин. Это Багауддин, сын моего друга Мухаммад Хаджи. Багауддин, что ты хочешь утром? Так. Какой пожар? Что это там горит? Аллаху Акбар. Это очень серьезный пожар. Что там горит, интересно? Ты не в курсе? Новости не смотрел? Там завод электроцинка. Наверное, подожгли этот ядовитый электроцинк, в конце концов, альхамдулилля. Электроцинк горит, конкретно горит. И так он отравлял весь город своим дымом, а сейчас конкретно сам сгорел, и от его смерти тоже отравление какое-то городу будет. Столько дыма. Ну, поехали, посмотрим, какой сегодня день будет. Я боюсь, из-за электроцинка что не будет прыжка. Теория, лишь бы на провода не налетел, остальное не страшно. Здесь какая ситуация? Здесь один человек, чтобы прыгнуть с инструктажом и с прыжком, и с самолетом, и с топливом самолета, стоит 3000 рублей. Одиночный прыжок вот на таких кукурузниках. Они такие старые, что мне кажется, что они дизельные. Вроде бы здесь дыма от электроцинка не видно, а пожара на электроцинке. Если здесь самолеты такие старые, я не представляю, какие здесь старые будут парашюты. Вова, ты не будешь прыгать? Я высоты боюсь. А ты будешь прыгать? Да. Говорят, парашюты и вертолеты здесь самые старые, то, что можно найти в истории России. Думаю, взлететь летит, но не приземлится. Кошка-парашютистка. Памятники. Двигатель от самолета, вот поршня. А вот здесь тоже погибшему винт поставили. Юсуф, не трогай там ничего. Там снаряд, он может взорваться. Внутри у него пусто. А, верно, у него пусто здесь, видишь. А орехи возьми, покушай орехи. Тебе. Почему? С камерой. Кто первый раз не разрушает камеру? Одна так разбилась, с тех пор запретили. Планеры? А это безмоторные самолеты? Да. Юсуф, пошли посмотрим самолеты без моторов. Здесь самолеты без моторов, которые на буксире поднимает другой самолет. И потом отцепляет, и он планирует по небу. Не трогай. Я тебе 100 раз говорил, не трогай никогда чужие вещи. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. А
Он даже с тросом. Он, видимо, кого-то спасать идет с тросом. Ноги вместе. Приземление ноги вместе. Когда отделяетесь, что здесь не тренировали, что не говорили, у всех вот так. Все летят с борта вот так, растопырку. Опять же, от веса зависит. Чем больше вес, тем быстрее скорость спуска. Чем меньше вес, тем наоборот, плавнее спускаешься. Но примерно вот с этого трамплина вот, приземляешься на землю. Серьезно, увижу шалопанич, дурака валяйте, отклоню от прыжков. Понятно? Инструктора выполнять. 3 часа минимум должно быть прыжковой подготовки. Через 3 часа прыгаем вот с этого самолета. Ясно, да? 10 парашютов. Интересно, он взлетит? Первый. Мяу, ты будешь прыгать? Колени у нас чуть-чуть согнуты. Примерно так, чтобы с носками были на одной линии. Руки мы держим вот здесь. Взгляд у нас всегда прямо. Вот. Поэтому ноги вместе, смотрим прямо, ждем касания земли. Нагрузку должны снять при помощи кубка. Ноги у нас всегда вместе. То же самое. Не надо там в какую-то сторону. То есть ты приземлился и купол тебя сам. Инерция тебе даст. Не надо против туда что-то. Ни коем образом. Ни лодки, ничего не делаешь. Да, да, да. Первый прыжок совершил Юсуф Габриелович. В майке Гуччи. Юсуф, какой ты урод. А вы не против, что я вас сниму? Очаровательно. Поздоровайтесь с моими подписчиками. А вы свой маникюр показываете. А можно педикюр иди показать? Сюда. Конечно. Иди сюда. Женя строго, ее снимать нельзя. Женя. Не, туда снимать нет, Женя, нельзя. Женя нельзя снимать. Нет, нельзя. Мы снимаем только кого можно. Вы ведете свой блог? Да. Серьезно? Клянусь мамой. А как подписаться на вас? Ну, это надо 3000 дать мне. А, так 3000 вам нужно, а не за парашют. Где моя сумка? Раз по 10 слева, справа, назад кувырки сделали. Сейчас 5 минут нам отдыха дали. И будем, наверное, еще прыгать. Сейчас будем прыгать чуть выше, на второй ступени. Мышечная память. Я нам изменила. Давай. Изменила. Я смотрю. Ты нам изменила. Нет, я не. Ну ладно, прощаем. Просто я хотела. А вы не идете лазить по скалам? Мы идем обязательно. Сейчас мы обменяемся. А мы тебя тоже возьмем на скалы? Меня Женя берет сегодня. Ну и Женю я беру, на моей машине едем. А, да? А меня? Ну это от вашего поведения зависит. Зарина, ты сегодня героиня моего влога. Это так страшно. А выглядит вообще отвратительно. Некоторые места. Ноги вместе, ребята. Ноги вместе. Вот так. А то красиво, некрасиво, я не знаю, но... Неприлично. Неприлично. Зарине не нравится. Вот этот запасной парашют, типа моей аптечки, когда я хожу в горы. Я ее взял, и столько я с ней ходил, даже не смотрел, оказывается, там все лекарства просроченные. Там, наверное, все просроченные. Вот так вы будете выглядеть после открытия основного парашюта. Отвратительно выглядит. Хорошо, что никто не фото. Спереди у нас запасной парашют. Как мы выпрыгиваем с самолета? Подходим к двери, ставим левую ногу, правая у нас вот здесь, руки у нас вот тут, находятся в таком положении. Это мы так молимся, руки так держат. Руки у нас вот здесь. По команде инструктора пошел, мы выпрыгиваем. А можно вертолет подождем?
А нельзя на этот вертолет глушитель сделать? А ты знаешь, когда он близко снимает, лицо какое круглое. И нос какой выпуклый. Убери нос, покажи. У тебя вот так будет. Прыгай, сынок, прыгай. Мы будем помнить тебя. Вова, прыгай. Тебя тоже будем вспоминать. В первую очередь мы должны взглядом найти инструктора. Показать ему, что мы в сознании, что мы понимаем его команду. Дальше, возможно, два варианта действий. Первый – это вас затащит обратно в самолет. Но если это у нас будет ребенок, мы это сможем сделать. Если это будет, допустим, вот он, это сделать будет крайне проблематично. Поэтому второй метод. Вам показывают нож. Вы как бы даете команду, что вы понимаете это все, что сейчас вас будут отрезать. Вас отрезают, то, чем вы зацепились. Это горло. Как только вас отрезали, снова смотрим на кольцо запасного парашюта, хватаемся, выдергиваем. Выдергивая кольцо, у нас вылетают вот эти вот шпильки. И под действием вот этих вот резин, он у нас открывается. Ты мне надоел. Ты не видишь, я здесь девушку соблазняю. Если я выживу после прыжка, я тебе обещаю, поедем домой, покушаем, потом на скалы. Ситуация. Первая – это один парашютист летит сверху на другого. Так, ну погоди. Верхний парашютист должен постараться пробежаться по куполу нижнего. У него снизу будет воздух, он имеет какую-то силу, то есть мы можем по нему пробежаться. Мы пробегаемся, у нас все. Я же говорил, как ну погоди. Следующий момент. Парашютисты летят на крыше здания. Деревья, линия электропередач. Или пожар. Водоемы. Электроцинки. Пожар далеко. Приземление на деревья. Главная задача уберечь наше лицо и вот эти вот вены. Поэтому мы прячем лицо. Гениально. Я же подумал, вены и лицо. Параллельно той поверхности, в которую мы вот так расположим. Ноги будем лежать вот так. Вены и лицо. Еще надо выбирать вот деревья без колечек. Пытаемся попасть. Высоковольтный провод. Дальше на, 3000 вольт. Не меньше. Если мы летим, приземление на провода. Главная задача не допустить прохождения проводов между руками и между ногами. Поэтому руки мы держим вот здесь. Ноги мы держим вместе. Если мы летим на провода вот таким вот образом. Будем вот так, возможно, что провод пройдет у нас между ногами. Это нам не надо. Это нам не надо. На высоте метров 200, когда мы понимаем, что мы уже летим на воду, мы начинаем молиться. Делать следующие действия. Отстегиваем с одной стороны запасной парашют. Это так легко отстегивается. Это не опасно? Она сама не открутится от ветра? Просто вытяни, да. Все, отбросил. Чего-то я засомневался в этом запасном. Юсуф, прекрати прыгать, ты весь потный уже. Даже шапка потная. Мою шапку, наверное, как вспотела. Я не запомнила ничего. Там столько всего, я просто в полете, ну, не смогу сориентироваться. Хочешь, я тебе что-то скажу? Да. Плевать на это все. Прыгай и все. Как карта ляжет. Нет, Сергей же нам сказал, надо плевать. В какой момент плевать, я не поняла. Вниз, когда смотришь, плюй. Женя! А парашют подойдет? Тебе страшно? Нет. Нет? Очко. А тебе? Нет. Тебе страшно? Нет. Все. Один раз качнул. Какой у вас нос там будет? Остальные тоже внимательно смотрите. Смейтесь, смейтесь. Я над вами буду смеяться, когда вы будете из самолета прыгать. Как? Не трогай, мы только из кошек не трогай. Твое лицо будет во всем мире. Все будут смотреть, когда у тебя страшное лицо и будешь: мама, я не хочу прыгать. Ты же заплатила. Что хоть? Женя! Оставь ее нельзя снимать. Подходи ко мне с камерой. Ой, она чуть-чуть перевернула вашу камеру, она и я злая, привыкаюсь. Женя, почему ты злая? Она не злая, она хмурая. А, ты не любишь, когда тебя снимают? Ну, можно вот так делать, да. Так.
Она не разрешает ее снимать. Выпрыгнули с самолета, ага. Зацепились за него. Какие действия? Я смотрю на инструктора, да. И жду и мимики его лица, что он скажет. Резать меня, Аллаху Акбар, или же вытаскивать обратно. Так как мне 92, вы меня не вытащите. Вот он отрезает вас. Да. Ваши действия. Мои действия. Я беру за этот крюк. Правой рукой. А, правой рукой. На правой руке у меня камера будет. Нет, там камеры не будет. Возьму этой рукой, вырываю ее, выпускаю ее и молюсь. Все, правильно. Главное молиться. Да. Ты летишь на край крыши. Уйди отсюда, какой ты страшный. Все подписчики убегут. А теперь все вместе показываем наши действия в случае, если мы летим на воду. А, на воду летим. Отстегиваем. Нет, пока вот это отстегнуть. Не раз. Мешай, ты когда сидела, говорила. На какой высоте? Отстегиваем вот 200. 200. Отстегиваем вот. Нажали? Нет, нажали. Четверть оборота сделали? Четверть. Четверть. Выпол оборота делаете. Я уже долетел до воды. Уже все, вы уже срыв. Хорошо, садимся. Это снял. Хорошо, садимся сначала. Хорошо, садимся. Ждем. Эту руку не вытаскивать? Нет. Там. До воды идем. И вот так. Амбредуза, медуза. И выпрыгиваем. Это вот твой смех? Сначала заходит, у вас просят вес. Вы должны будете знать, сколько вы весите. Не надо там где-то примерно. Говори, как есть. Плюс лучше, скажи больше. Поэтому, когда вы заходите, сначала садятся легкие. Допустим, я легкий. Сюда проходит, вам говорят, на правый борт, на левый, то есть, соответственно, вы должны сами соображать их. Вы вот так вот садитесь, под углом 45 градусов к выходу. Потому что сзади вас парашют, спереди парашют, и вот так вот сидите. Здесь, и еще, если там сесть, то колени, выпускающий инструктор здесь не пройдет. Поэтому все сидят вот так. По команде выпускающим, сядьте туда вот, чтобы вы умеете. Каждое деление 100 метров. Вы будете прыгать примерно 600-800 метров. По команде он на земле вам скажет, что ты, допустим, вот представим, что здесь 3 человека сидят, здесь 4 человека или 3 перед вами и перед тобой. Поэтому он говорит, ты. Сейчас их первый заход, 4 человека. Понятно? Вы должны киваете. Здесь как тебе, и вот каждому выдает такой вот фал, передается. И вы держите в руках. И карабин, который у вас здесь на парашюте, пристегивает к нему. И он у вас находится вот здесь, вот сзади. Если вы сидите последний, за вами никого нет, в армии, и вы здесь делаете то же самое. Вы увидели товарища своего, что вас пристегнули? Бьете ему по плечу и показываете большой палец. У тебя все хорошо, тебя ты действительно пристегнул. Потому что если не пристегнуть, то парашют не откроется. Нужно открывать сразу запасной. Вы должны показать, что все, я тебя контролирую. Это наоборот. Ты не то есть потом он говорит, ты. Когда вы подходите, лямочки согнали под колени и в таком положении сидите. По команде приготовиться, то есть он делает движение снизу вверх, встать. Вы встаете, если оттуда, то в таком состоянии подходите, упираясь головой парашют следующего, впереди идущего. Подходите. Если вы стоите первый, что больше тебя касается, тебе поставят вот таким образом. Ты поставишь левую ногу вот сюда, вот под обрез, так называемый в угол двери, и ты стоишь. Причем вес тела переносишь назад, чтобы туда не вывалиться раньше времени. Ну а лучше как первое движение сделать вон по горизонту смотреть. Хотя если ты уже тут настолько насмотришься, что у тебя уже ничего, и по команде марш, ты уже сверганешься, прыгнешь. Но, когда вы подходите за кем-то, правая нога должна быть у вас впереди. По команде пошел. Делаете шаг левой ногой и левой ногой. Отталкивайтесь от самолета, сгруппировавшись как можно дальше. Именно под углом 90 градусов. Поток ветра и движение самолета. Самолет летит со скоростью 100-140 км в час. Вы все равно в любом случае вас туда снесет. Если этого не оттолкнуться, так вот выйти. Ух ты, это да. Вас вытягивает из самолета и бьет об борт. Более того, зависание возможно за самолетом. Этого не нужно допустить. Поэтому смело туда. Здесь в данном случае, как и страх, как и в вашем виде спорта, страх играет только... Нужно побороть этот страх. Сказать, на тебе. У вас во втором... у каждого человека есть
второе я, да, который тебе говорит, зачем тебе? Я и так лажу, Габриэль, как у тебя второй сидит человек в тебе и говорит, ты и так лазишь, ты и так на медведя охотишься, зачем это надо, ты дурачок. Это у вас будет такое. Причем, когда мы будем подниматься, обратите внимание на высоту 100, 200, 300. И вот выше 300 метров вы уже будете глядеть вниз, и не так не будет страшно. А вот высота 100, 200 метров, когда вы видите еще различимые силуэты, лица можно разглядеть, это будет страшно. А чем выше, тем не страшно. Поэтому там уже как картинка, как карта. И вы увидите сейчас Владикавказ, вы видели его из гор, издали, да, а здесь вы будете владеть Кавказом и будете наверху. Поэтому не надо. Смотришь, если ты подошел не первый в угол, и сразу туда по горизонту. Тебя, допустим, трудно будет вытолкнуть из инструктора, потому что ты парень крепкий. Не дай бог стать в армии, вот если вот так вот стал, называется стать крабиком, авторитет потеряешь. Тебя это не касается. Не надо визжи, что хочешь делай, матерись. Вылетело, там реакция может быть вообще непонятная. Или можешь промолчать, можешь танцевать. Некоторые танцуют, орут весь полет, потому что настолько эмоции переполняют. А эмоции какие? Страх, ужас, восторг, радость, счастье и другие непонятные эмоции, которые вы никогда до этого раньше не испытывали. И вы, вот после вот этого прыжка первого, у вас мир разделится на людей, которые прыгали с парашютом и которые не прыгали с парашютом. Потому что те, кто прыгал, они вас поймут и будут говорить, да, ты молодец. А кто не прыгал, то вы будете говорить, ребята, это здорово, это классно, здесь ничего страшного нет, и вообще это нужно, это всем заниматься. И они будут говорить, да, вы психически неуравновешены, вы больные люди, вы больные люди, нет, и вам будет это просто-напросто неинтересно. Адреналин настолько хапнете, как вот Габриэль, что его сейчас, скажи ему, Габриэль, ты неделю не будешь и там в горы ходить. Что он скажет, да пошли вы, елки, не надо, ничего. Все, рутина вот эта, которая вот здесь вот на земле, она захлестывает. Нет, я говорю, нужно заниматься собачками, огородом. Если это человеку приносит счастье, никому он об этом не мешает. Хоть музыку поставь себе, чтобы машина подпрыгивала. Самолет очень красивый, очень надежный. Но нахождение в нем вызывает такие чувства, вы поневоле, когда будете взлетать, думаете, лучше, боже мой, как оно, эта тажерка, держится-то. Поэтому вы захотите отсюда побыстрее выпрыгнуть. Она на подводную лодку похожа. Да. Не, серьезно, вот на подводную лодку как. Можно короткий вопрос, Давай. Быстренько. А эти дырки, типа, если кто-то обоссался, чтобы оттуда вытекало? Эта мысль приходит всем, так и говорят, да. Габриэль, я отвечаю на этот вопрос, когда ты приведешь своих учеников сюда и скажешь, ребята, кто, ну, прежде чем зайти на Казбек, нужно прыгнуть с парашютом. Угу. Поэтому отвечаю на твой вопрос, для чего это? И можно ли это сделать, находясь здесь? С твоего разрешения, все-таки девушка. Итак, Габриэль, ты слушаешь меня? Да. Чтобы обосраться, надо расслабиться. Вы этого сделать не сможете. Ни здесь, ни там. А теперь... Ну вы согласны со мной? Хорошо. Дальше. В момент отрыва от рампы, отталкивания, да? Очко десантника способно сжаться до размера атома. До... Вы будете меня слушать? Нет, мы пока представляем это себе. Я еще раз. Набери вздох, фу, выдохни все. В момент отрыва от рампы очко десантника способно сжаться до размера атома, достигнув точки сингулярности, то есть бесконечности, перекусить лом до зеркального среза. Но и даже и это состояние не гарантирует его полной герметичности. Поэтому, да, ребята... все равно не гарантирует. Поэтому, ребята, занимайтесь парашютным спортом, это здорово, это классно, потому что в любом увлечении, даже здесь, находясь в очереди, вы сами сейчас наглядно увидели, что можно найти. Я всегда мечтал, как же на ту скалу попасть. Я в этой очереди нашел тех людей, которые это сделают, помогут мне осуществить мою мечту. А сейчас ты сама знаешь, что и жениха ты будешь выбирать в следующий раз вот здесь, в этой очереди. Потому что с другим тебе будет неинтересно. Тебе нужен будет такой же дурачок, с которым ты можешь поговорить о чем-то или сделать что-то такое. Как для всех казалось бы бесшабашно. Спасибо большое, очень приятно. Инструктаж был очень приятный. Рассказ был с юмором. Можно вам руку сжать? А зачем он, человек, когда один раз всего лишь прыгает, ему это знать? Ну, просто чтобы стропы не запутывались, чтобы хорошо, ну, все равно сложить более-менее нормально, чтобы люди потом не мучились. Пусть стропы запутаются потом, это очень долго.
А, значит, это мы по-любому будем делать. Да, да, обязательно. Спасибо. Так, правильно сделали. Бесконечная петля. Собрали быстренько и все. А до нас должны были прыгать кадеты из Сувровского училища. И поэтому мы пошли, купили кое-что покушать. Пироги взяли, взяли рыбу, компоты. Юсуп, покушал ты нормально? Вот-вот-вот, сейчас взлетают эти. Кадеты взлетают. Сейчас кадеты должны прыгнуть. Уже самолет конкретно поднялся, моя камера так высоко не снимает, так далеко не снимает. Они уже бросили парашют, пристрелочный парашют, чтобы узнать, в какую сторону уносит ветром. И его унесло туда. И инструктор Саша говорит, что выброска десантирования будет производиться слева от нас, где там горит и дым. А что там горит? Слева. Да никто не знает, что там. Не, здесь нам тоже еще. Черный дым какой-то. А, это у нас в Михайловском горит. Что у вас, дом горит? Господи, упаси. Аминь. Завод переработки шин. А его тоже подожгли? Его тоже подожгли. Вот все, боевой курс. Первый пошел. Второй прыгнул. Третий. Они как одуванчики. Третий не открылся. Третий не открылся. Ой. За паску дергай. Все, он погиб. Открыл. Ужас. Это не запаска. Это за паску он дергал. Нет. Это основной, а ты что, 505? А он бы не открыл ее, да? Он растерялся. Бедный, как он орет. Кто орет? Вот кто там прыгнул. А я не слышала. Да то самый первый приземлился. Что-то мне казалось, что с Женей такое случится. Да, все, Зарина, можешь... ты не прыгаешь. Я не прыгаю. Покажи твое лицо, пожалуйста. Покажи твое лицо. Нет. Ты не прыгаешь? Нет. Это парашюты 90-х годов? Нет, это новые. Их, в принципе, не было. Они новая разработка. А? Ужас. Все так быстро, он так летит, и понимаешь, что все. Я хочу посмотреть на этого героя. И что его сделало героем? Был бы он героем, он бы открыл запас. Корня. Я буду орать еще громче. Вы поймете, что это я. Ну, чехол остался там. А что за причина могла служить? Ну вот мы думаем. Кто-то подлянку сделал. Нет, то есть купол вышел. Купол был, человек летит. Он должен был воздух просто вот попнуть и накрыться ветром на полностью. Очень красиво. Ну, красиво от страшного не очень далеко бывает. Видите еще страшно раз, пожалуйста. Красиво. Страшно красиво. Так, рот закрой! Рот закрой! Нельзя говорить такие вещи. Все прошло, он сам мастер своего дела, он знал, он просто любит быстрее всех приземляться, и он включил его последний момент. Слава ему, он ас! Не, просто он, у него не открыл, но потом у него открылось парашют. Все упали. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Меня знаешь, что успокаивает, потому что двух смертей не бывает, а от одной никуда не убежишь. Да, но... Уйди отсюда. Это ты сглазил этого парня. Ну, мне разрешили покататься. Зарина, сюда. Моя сестра тоже. Товарищ полицейский, что с вами такое? О чем вы думаете? Пустоту смотрите. Тот парашют не раскрылся. Зато у вас две звезды. Или это одна считается? Это. Одна считается. Хе-хе-хе-хе. Все, что ли? Одуванчики спускаются. Сейчас мы прыгнем. Какие одуванчики? Ромашки. Ромашки — это когда любит, не любит. Это знаешь, кто был? Вот тот парень все время на все вопросы, которые отвечал. Который сказал, что быстро все запоминает? Да. Вот такое. Вот так случается с теми, кто мне перечит. Вспоминаю, вам всего не перечило? Не, это Жене будет хана.
Или тебе, я тебя во сне видел. А, не, я во сне Хабиба видел. Я во сне Хабиба вижу, и он мне звонит, говорит, салам алейкум. Я говорю, алейкум салам, Хабиб. Я подумал, Хабиб мне звонит. Тебя Хабибом назвал. Не высовывай язык. Тебя Хаба зовут? Хаба. Юсов, не прикалывайся, он старше тебя. Иди с Вовчиком прикалывайся. Ну, нам сказали, что сейчас будет прыгать спортсмен с спортивным парашютом. Вот он, вот он, вот он. Он бросился, открылся, у него красные кружева. Почему на такой рисунок на что-то похож женский? Ты на каждое мое слово хохочешь, а? Что с тобой? Почему она хохочет, а у тебя настроение потерялось, а? Оно есть. Ага. Оно всегда такое. Такое, да? Эй, Хаба. Вот такие пироги. Вся группа расхотела прыгать после этого неоткрытого парашюта. С днем рождения! Да. Снимали? Давайте, 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 все туда, кто на подготовку, туда все. Все нормально. Я обнимал. In my mind, in my head, this is where we all came from. Никогда меня мама так не обнимает. Я готов, чтобы мне парашют не открылся, чтобы она меня обняла. Вас обнимем, честно. Да вы же не мама моя, романтика. Столько эмоций на один день, это немного. Здесь самый счастливый только Юсуф. 100% выживание. Да, ни секунды не остановился. Посмотри, все делает, лазит, прыгает, висит. Все делает. Это что за парень такой? Как можно было такого родить? А? Частично не раскрылся парашют этого мальчика с Суворовского училища. У всех лица стали кислые, кроме вот этих. Они и то улыбаются, и будут улыбаться, пока не умрут. Сергей, вы заставили нас привыкнуть к вам, а потом нас бросили. Сергей, где вас встречать? Вроде бы я должен был быть парашютистом, я на танкиста похож. Ладно, мы голову камеру одень. Уйди отсюда. Нет, Елизавета. Я буду вот там сидеть. А мы монтажники, мы сотники. Из высоты вам шлем привет. Может, уйдешь оттуда? Ты мне весь эфир портишь. Эфирное время на тебя трачу. Уйди оттуда. Мы пойдем? Нет, мы пойдем домой. Ты же обещал. Эта девушка со своим смехом убьет меня. Раньше, чем парашют. У меня самая ржавая шапка попала. Серега, да не все. Она, по-моему, на дизеле работает. От него столько дыма. Полубоком, да. Неуправляемая, слева. Абсолютно. Ты пока.
пока сиди. Так как у меня отобрали камеру, потому что в прыжках надо специально доступ иметь, чтобы тебе разрешили там снимать. Сколько я ее не скрывал, не прятал там эту камеру. Ее увидели и отобрали. И только сняли момент, когда я выпрыгивал. Это было очень красиво. Это было адреналин, восторг. Страшно, прекрасно. Я доволен. И всем советую. Всего вам доброго. Подписывайтесь. Моим подписчикам скажи что-нибудь. Это было замечательно. Всем советую. Замечание. Было мало. Я, блин, нет, это мало. Надо еще. Блин, спасибо большое. Спасибо, девочки, вам. Всего вам доброго. Просто. Сейчас мы идем получать документы. В следующий раз будем проходить, его надо приносить с собой. Ну, я просто, может, запомнить, какого числа ты прыгнул, чтобы я потом на камеру всех не помню. Не, мы думаем, я думаю, частый гость я у вас буду. А у вас даже кафешка есть. Это для вас самих, да? Это класс эмоциональной разгрузки, где бывают вкусняшки и чай. Откуда ты такие слова придумываешь, а? Какие? Я такие слова никогда не слышал. Заходите тихо, говорите понятно. Проси мало, уходи быстро. Этот человек может говорить... О самолетах бесконечно. Осторожно.